Добрый день, уважаемые зрители канала Катранган. Рады вас приветствовать, как обычно. И в данном видеообзоре мы вам расскажем про вот такой вот замечательный девайс для туристов-кемпингистов. Понятное дело, что в руках его или в рюкзаке не потащишь. Это исключительно для выездов на машине. Те, кто любит отдыхать долго и основательно, скажем так, со всеми удобствами, соответственно, с кемпинговой палаткой, либо трейлером, либо чем угодно, вот это как раз самая замечательная штука. Для того, чтобы не мучиться, там, не париться на корточках, как бы в приготовлениях какой-либо пищи, для этого предназначен данный столик. Собственно говоря, столик кухни, который называется крайне просто Kitchen, продается вот в таком вот чехле. Собственно говоря, как видим, этот чехол не толстый и не слишком форматный. То есть полностью складывается сюда. Не слишком тяжелый. Как вариант, бывает еще вариация его поменьше. То есть в данном случае, если мы его расстегнем, мы увидим, что здесь у нас внутри присутствуют три полочки. Бывает еще на две полочки, соответственно, чуть пониже. Одна у нас, правда, как вверх ногами, но не страшно. Вот, и бывает еще большего размера, то есть увеличенный по ширине, так полагаю, вдвое. Собирается и разбирается крайне просто. Мы с напарником буквально его собрали за минуту, вернее, даже как бы он один. Все как бы на липучках, крайне просто. Крышка, как видим, крепится к верху конструкции просто банально липучками. И, в общем, достаточно надежно его поставили. Так что, как видите, никаких проблем. Конструкция складная абсолютно, вот как вы видите. Крепится внизу вот такими вот ремнями. Ремни на липучках, то есть мы их когда расстегиваем, можем без проблем эту конструкцию сложить. Как видим, он сразу ножки начинают двигаться в стороны. То есть просто эти ножки складываются сюда, мы, естественно, столешницу снимаем. И все вместе с мешком складывается вот в такой вот формат. Все сдвигается в одну сторону. Разложили. Ремешки внизу на липочках позатягивали. Ставили полочки, которые здесь вполне съемные, как мы видим. И все, абсолютно готов столик к готовке и так далее. Сзади имеется, как мы можем с вами видеть, вот такое вот окошко для вентиляции, чтобы продукты в данном столике не тухли там в жаре, как-то вентилировались. И в то же время, чтобы на них наседали мухи. Вот. Отличная штука данной вентиляционной сеточки. По высоте замечательно подходит для готовки. То есть без проблем можно что-нибудь разделать на досточке, нарезать, почистить. Как вариант, поставить здесь же небольшую газовую горелку. Хотя это, конечно, лучше делать где-нибудь сбоку. Потому что конструкция, конечно, устойчивая, но не настолько, чтобы, например, на нем можно было бы рискнуть поставить котелок с кипятком. А здесь у вас будет, там, не знаю, соль, гречечка, снизу немножко картошки и лучка. Что-нибудь в таком вот духе. Крайне удобная вещь, продается в нашем магазине. Обращайтесь, звоните, заказывайте, проконсультируйте. Нужно побольше, будет побольше. Нужно поменьше, будет поменьше. Не забываем о хороших скидках для постоянных клиентов. И до скорых встреч!